Ну что, друзья, начнем качать шелдерсы наши, дельты. Дельту и вообще в принципе на весь организм. Кто только подключился, напоминаю, что сегодня у меня дельты. Вы все увидите в прямом эфире. Очень люблю тренировать дельты, несмотря на то, что постоянно испытываю боль практически в любом упражнении. Больше всего, конечно, на отведениях, иногда немножко нажима, но дельты очень люблю тренировать, как в принципе и все. Все мышечные группы люблю тренировать. Раньше моей любимой группой была спина. Реально кайфовал всегда от этого упражнения, от становой, от приседа, извините, заговариваюсь. Кайфовать начал, к сожалению, только когда вылезли грыжи и протрузии, как обычно бывает. К сожалению, подсказать некому было мне 25 лет назад, даже больше, когда я начинал заниматься. И я присед практически не делал, но делал очень много становых тяг. И очень много подтягивался. Любил спину.
Ну что, друзья, товарищи, идем дальше. Перемещаемся. Пока дойду с одного конца зала в другой. Реально отдохну. Он у нас огромный, сейчас увидите. Отдохну и приступлю к жимам. Жимам гантелей. Такая у нас зона отдыха. Привет. 1 января. What you workout today? How are you? Happy New Year, guys. Happy New Year. Happy New Year. Glad to see you. Not drink? Huh? Not drink? No. Respect. No. Такое вот у нас 1 января в зале. Такая у нас гантельная зона. Пока что. Потом, естественно, будем расширяться. Но пока вот так. БЦА, креатин и чай. Сейчас выберем гантельки, с какими будем сегодня работать. Естественно, первый подходик чисто разминочный. Второй разминочный подход. Хорошо. Сейчас немножко отдохну и приступлю к основным подходам уже. Фу. Люблю 1 января. К сожалению, большинство людей 1 января просто вычеркивает из своей жизни только по этому делу. А ведь каждый день в году важен. Я думаю, вы все со мной согласны.
Хорошо, что есть свой зал, он работает без выходных, без праздников, 24 часа в сутки. Но даже если у вас нет такой возможности, не расстраивайтесь. Каждый день тренироваться, в принципе, не нужно. Но если вы хотите, вы можете дома всегда поработать над медленными мышечными волокнами, имея пару гантелек всего, или даже просто резиновые жгуты, что будет очень-очень продуктивно. Ну что, подготовим гантели для первого рабочего подхода. Сегодня сильно усираться не буду, хотя хочется. Повторюсь, 8 дней до этого не тренировался, болел, но готов к бою, хотя еще не совсем до конца ушли все симптомы болезни, но, по крайней мере, чувствую себя уже хорошо. Организм требует тренировки, поэтому будем первые 2 недельки плавно, потихонечку въезжать в нагрузку, чтобы не вредить себе. О чем, в принципе, я всегда вам и говорю. Почему делаю тренировки свои часто сейчас в прямом эфире? Потому что вы видели, что я чему учу вас, в принципе, придерживаюсь того же самого, что самое главное. Погнали! Первый рабочий вошел неплохо, 12 повторений, мог бы больше, но сдерживаю себя, и вы тоже после болезни никогда сразу не включайтесь по полной в тренинг, ничего хорошего этого вам не даст, но проблем можете поиметь, и проблем довольно-таки серьезных. Можно заболеть повторно, убив свой иммунитет, и осложнения будут серьезными. Поэтому, друзья, лучше потихонечку, плавно, пошагово, но целенаправленно, безопасно, самое главное, с сохранением и по возможности улучшением нашего с вами здоровья. Без здоровья нет смысла вообще ни в чем. Но смысла нет вообще ни в чем. Смысл есть только в том, чтобы жить, играя, понимая, что это игра, но играть в нее так, как будто бы вы относитесь к этому серьезно. Это высшее магическое искусство. Надеюсь, что вы понимаете меня. Ну что? Поехали, начнем загонять в себя второй подход рабочий. Thank you.
Фу. 10. На 2 меньше, чем в первом. Но это логично, это нормально. Фу. Сейчас перекурю. Сделаю еще один подходик рабочий. Перейдем к следующему упражнению. Это упражнение будет снова на заднюю дельту. Я уже не раз говорил, если хотите иметь реально огромные дельты, очень важно уделять внимание именно заднему пучку. Задний пучок диктует, определяет, регулирует. Выбирайте сами, какие хотите синонимы. Насколько будут большими остальные два пучка. Поверьте, это очень-очень важно. Понимать, осознавать и самое главное, применять на практике. Хлебну бы Сашек. У нас похолодание во Флориде, кстати. 9 градусов всего сегодня. Моросит дождик, пасмурно. Но все равно мы на позитиве. Мы ждем тренировки, ждем встречи друг с другом, с людьми, единомышленниками, с теми, кто думает так, как мы, с теми, кто тренируется, кто такой же помешанный фрик. Кстати, в Америке слово «фрик» относительно спортсменов, относительно людей искусства не несет в себе негативный характер. Чтобы вы понимали, потому что очень много блогеров показывают и говорит, вот это фрик. Для американцев фрик в таком контексте спортсмена будет говорить о том, что это крутой парень, добившийся определенных успехов. И фрик можно перевести в данном случай повернутый, живущий именно только одним этим делом, получающий от этого удовольствие и сделавший свою жизнь именно целиком и полностью посвященную тренировкам. Вот что значит в Америке фрик относительно людей из спортзала. Это нужно понимать и понимать. Друзья, я сегодня тренируюсь, поэтому отвечать на ваши вопросы не буду. Если у вас есть у кого-то серьезные вопросы, оставляйте их в стационарных постах в Instagram, пишите ВКонтакт в группу или, что лучше всего, пишите в комментариях на YouTube-канале моем Heavy Metal Gym. Там я обязательно, вы знаете, отвечаю на все ваши вопросы, без исключения. И единственное, где я не отвечаю, это на своем сайте. На сайте оставляйте только пожелания, отзывы, но не ждите там ответа. Прошу обращать на это внимание, не обижаться, мне очень неудобно там отвечать на сайте. Но ВКонтакте, в Инстаграм и на YouTube я отвечаю на все ваши вопросы, вы знаете. Никто из вас не может меня в этом упрекнуть. Ну что, еще один заключительный подход жима гантелей и перейдем к моему любимому упражнению на заднюю дельту. Не пропустить, это одно из самых лучших упражнений. Один раз попробовав, вы сразу же поймете, почему оно у меня любимое. Погнали.
убираем обязательно за собой гантели, блины, штанги, разбираем тренажеры. Это правило хорошего тона. О! Это наклонная скамья, друзья. И на ней я буду прорабатывать заднюю дельту. Почему на ней, а не в наклоне? Потому что вы знаете, если вы хотите избежать проблем с позвоночником, тем более, если они у вас есть, никогда не делайте ничего в наклоне стационарно. Это убивает позвонки, особенно поясничного отдела. А когда вы будете выполнять упражнения лежа с опорой на грудь, я ложусь чуть выше, чтобы дыхание было лучше, не люблю, когда на грудь давит, то вы будете чувствовать, как вы можете легко поднимать гораздо больше вес, как у вас нету перегрузки в поясничном отделе позвоночника, что очень важно. И совсем по-другому будут идти тренировки, будут чувствоваться работающие группы. А здесь мы работаем именно на задний пучок дельты. Когда будете работать первый раз в этом упражнении, не старайтесь хватать сразу большие веса. Да у вас это и не получится. Прочувствуйте работу заднего пучка. Что самое главное, на что следует обращать внимание в этом упражнении? Это на то, чтобы не сводить лопатки вместе. Да, когда мы тренируем грудные мышцы, когда мы тренируем широчайшие, нужно обязательно сводить лопатки. Но когда мы тренируем дельты, нужно этого избегать. Старайтесь этого не делать. Сегодня первый день после болезни. Еще чуть-чуть чувствуется она во мне, но 9-й день сегодня уже. 8 дней я не тренировался, поэтому тоже не хватаю большие гантели. Потихонечку тренируюсь, стараюсь сделать все аккуратненько, плавно. Медленная негативная фаза и взрывная позитивная. Всегда нужно придерживаться именно такой манеры выполнения движения. И все будет тогда у вас хорошо.
заведении. Потом делал жир сидя. Сейчас вот это делаем. Ну, Лёша, наш любимый. Да, надо было опустить, пойдешь. Вот так, друзья, мы проводим наше 1 января в тренажерном зале. А вы можете себе позволить? Если не можете, то перебирайтесь к нам во Флориду и будете иметь 24 часа в сутки, 365 дней в году возможность тренироваться. Потому что только в нашем тандеме с моим партнером и другом бизнес сошелся с фрикостью, со спортивной фрикостью. Мы удачно совмещаем это все. Правильно. Ну что, осталось еще одно упражнение на дельты. Фу. Не забывайте, друзья, что у вас есть возможность абсолютно бесплатно вступить в мою закрытую группу. Как это сделать, смотрите в предыдущих роликах. Фу. Не упустите этот шанс. И еще один разочек сделаю на переднюю дельту. Кому-то может показаться, что мало, но на самом деле достаточно. Потому что в жимах гантелей работала передняя дельта. И во всех жимах на грудные мышцы тоже работает передняя дельта. Два рабочих подхода на нее вполне достаточно. Объемного, да? Как третий месяц.
рыбам, нашел в России компанию, она делает супер медали, медальоны для мировых первых. И цены такие халявные. Я говорю, сделайте нам кулмоны в Тарлане. Будем покупать с ними, ну давайте. Макет уже сделаем. Ну, пожалуйста. Я его присылать, он будет продавать. Будут разбирать. Ну, там я тебе покажу, какую они делают продукцию. Просто. Очень. Можно медаль. Да, да, медали тоже можно сделать. Недорого. Они прислали цены, даже Юля сказала, что дешево. Если Юля сказала, то это даром. А если ты идет в таком благородном металле? Да там где, там все очень стабильно. Они делают для мировых первых. Тяжелостейки, какого лейка, там. Небольшой? Нет, есть вот такие, которые хочешь. Размеры. Кстати, нет, лончик я хотел сделать такой, как вот продают там. Контейнерки продают, знаешь, как на цепочке. Какой для идеи? Орел наш и Орел лично. Друзья, дельты закончились. Пойдем делать голень. Согнули вот нам гриф, разломали блины. Смотрите, какой перформанс мы придумали. Вообще просто. Шикарная штука такая получилась. Сам кайфую. Эй. А, вот такая у нас пасмурная погода во Флориде. 9 градусов. И со следующего дня ночью будет 1 градус. Для Флориды это очень холодно. Такие вот милые создания у нас тренируются. Вот еще зал. Огромный зал. Как несколько футбольных полей. Фу, ну что, буду голень сейчас делать. Кому интересно, смотрите. Кому нет, заходите на мой YouTube-канал, посмотрите первое видео, которое на конкурс прислала девочка. Она уже получает бесплатный доступ в мою закрытую группу. Все, кто хочет бесплатно получить доступ в мою закрытую группу персонального тренинга, именно по принципу периодизации, основанного на принципе различных мышечных волокон, снимайте что-то подобное, присылайте и получайте бесплатно доступ в закрытую группу. А по итогам, чье видео наберет больше всего комментариев, лайков, получит год бесплатно онлайн-тренинга персонально со мной. Так что, друзья, давайте. Все, кто мечтает потренироваться в моей закрытой группе, вот у вас шикарная возможность сделать это абсолютно бесплатно. Thank you.
Все, кто будет делать видео для конкурса, постарайтесь сделать видео смотрибельным. То есть оно должно быть не вертикальное. Вы должны там четко говорить о себе, о своем тренинге, о том, как помогли вам или не помогли мои советы в тренировках. И сэкономить $250 как минимум. Обязательно тренируйте икроножные, камбаловидные, то есть голени ваши. Потому что очень некрасиво, неважно, парень вы или девушка, смотрится, когда у вас хорошо проработанный верх и вообще никакого низа. Это убого, некрасиво. И не забывайте, что голень не зря называют вторым сердцем. По той простой причине, что тренируя голень, можно избежать проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И что самое главное, особенно для девочек, хорошая профилактика от варикозного расширения вен. А я сделаю еще один заключительный подходик и буду с вами прощаться на этом. Заходите на мой канал, смотрите мои последние ролики. Будьте всегда в курсе. Обязательно ставьте лайк, пишите, что вам понравилось. Ставьте дизлайк, пишите, что вам не понравилось. Всем пока. Увидимся в тренажерном зале.